Вы были неважные подписчики, зрители моего канала. Ставлю вам сорт томата КАЗ-21. Сажаю томат уже третий год. Покупал томат вот здесь у коллекционера. Очень понравился томат, что устойчив к вешенке. Вешенок гнили плодов. А также фитофтороза. В этом году фитофтороза не болел. Покупал данный томат вот здесь у коллекционера. Сажал в прошлом году в открытом грунте и позапрошлом году. Сажал также в открытом грунте и по комнатной теплице. Вот еще раз, в этом году третий раз, посадил его в открытый грунт. По комнатной теплице еще в этом году не сажал. В следующем году планирую посадить этот томат также в открытом грунте, по комнатной теплице. Мне очень понравился этот томатик. Томат для переработки на сок, томат, томатную пасту, очень сладкий томат. Ну, если будут маленькие плоды, можно использовать даже для консервации. Еще повторяю, сорт томата КАЗ-21. Очень красивый томат. Всем спасибо. Посмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Помогите развитию моего молодого YouTube канала. Пишите комментарии, отвечу на комментарии, помогу, подскажу. Скажу по уходу за данным сортом, как ухаживать, чем подкармливать. Большое спасибо всем за внимание. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.